Московский драматический театр «Антреприза» со своими спектаклями приезжает в Горки уже не в первый раз. В рамках проекта «Детские сезоны» в прошедшую субботу зрителям, детям и их родителям была представлена сказка «Золотой петушок», в которой затронуты очень важные для человека ценности – взаимопонимание и любви в семье. Незамысловатый сюжет пьесы рассказывает о том, как хитрая лиса обманом заставляет волка выкрасть и высидеть яйцо, чтобы вырастить новую курочку рябу, а потом съесть ее. Но из яйца вылупился петушок, которого волк спасает. Потому что и он любил цыпленка, и цыпленок любил его. Все пришедшие на спектакль с большим вниманием и интересом смотрели эту простую, но с глубоким смыслом сказку, когда любовь, внимание и забота друг о друге побеждает все невзгоды. Очень понравилось, очень интересно. Дети заинтересованы были, взрослые не меньше. Но все понимают по-разному, конечно. Дети по-своему, что это сказка, а для взрослых смысл свой. Мы ездили раньше в Москву, но занимает много времени, ребенок устает в дороге. А здесь рядом мы всегда каждую субботу посещаем спектакль. Очень довольны. А после спектакля ребята вместе с родителями окунулись в мир творчества. Сотрудники музея вот уже второй месяц организовывают мастер-классы по прикладному искусству, роспись деревянных изделий и раскрашивание гипсовых фигурок. Мамы, которые родители, которые приводят детей, они говорят, это очень здорово. Они даже предлагают нам увеличить и какой-то, скажем, еще придумать какие-то варианты вот именно таких вот занятий для детей. Мы будем к этому стремиться, конечно. Мастер-классы проводят художники по прикладному искусству из музея крестьянского быта деревни Горки и из музея «Волшебный мир гномов» из города Москвы. Так что прошедший субботний январский день в Горках для детей и их родителей прошел творчески насыщенно. Людмила Медведева, Владимир Андрианов, Сергей Ларин. Видное ТВ.